Питера, а Татьяна будет его догонять. И приветствуем аплодисментами. Отличная такая пара получилась у нас сейчас на трассе. Действующий чемпион, единственная представительница из девушек, участница в наших сегодняшних соревнованиях. Так смотрим. Юра пока уходит вперед. Татьяна не может догнать пока Юру, но это еще ни о чем не говорит. И, к сожалению... Достаточно просто спокойно доехать трассу до конца, выполнить задание судьи, и в этом заезде, конечно, лидерство остается за Юрием. Посмотрим, что будет во втором заезде, когда Татьяна. Юра, соответственно, будет вторым.